Всем салют! С первыми похолоданиями в каждом доме незаменимой вещью становится конвектор. Ребята из Xiaomi, зная об этом, представили свой не простой, а умный конвектор. Теперь, чтобы включить его, изменить температуру, не нужно каждый раз вставать, подходить и нажимать кнопки. Кнопки на нем, конечно, есть. При большом желании можно и понажимать. Все же через приложение Mi Home управлять конвектором заметно удобней. А можно просто отдать команду голосовому помощнику Xiaoai. В конвекторе предусмотрено 5 рабочих режимов. Он способен с высокой точностью поддерживать температуру в помещении в диапазоне от 18 до 28 градусов. Девайс обеспечивает конвекционное отопление помещений площадью до 20 квадратных метров, а все благодаря мощности 2200 Вт. Благодаря современным технологиям он способствует быстрому, а главное точному поддержанию заданной температуры. Работает при этом бесшумно, так что его легко можно использовать в спальне или в детской комнате. Предусмотрена степень защиты IPX4. Конвектор можно размещать в любых помещениях, даже с очень высокой влажностью. Для отвода конденсата предусмотрены специальные каналы, а наклонная боковая решетка предотвращает попадание влаги внутрь. Также от воды защищен блок питания и все высокочувствительные элементы. Предусмотрена защита от перегрева. Если температура корпуса и нагревательных элементов поднимается выше допустимой нормы, конвектор автоматически отключится. Если кто-то нарушит горизонтальное положение девайса, он в целях безопасности также выключится. Для самых практичных пользователей добавили горизонтальную перекладину для сушки белья. Обогреватель всего за 45 секунд нагревается до 120 градусов. Теплый воздух проникает в помещение через широкую решетку на фронтальной части. Таким образом, комната быстро нагревается, сохраняется необходимая влажность и создаются комфортные условия для работы и отдыха. Как я уже и говорил, не обошлось без приложения умного дома Mi Home. В нем дублируется полное управление конвектором. Регулировка температуры от 18 до 28 градусов, но это не все. Предусмотрен таймер включения и выключения обогрева по расписанию. Например, ложитесь спать в 11 вечера, конвектор включается. Утром в 7 выключается. Можно выставить расписание работы конвектора на свое усмотрение. Доступна блокировка от любознательных детей, включение и выключение индикации кнопок и звука нажатия кнопок управления. Интеллектуальная система контроля поддерживает заданную вами температуру. Как только воздух в помещении достигает заданных параметров, срабатывает автоматическое отключение конвектора. А если температура в помещении снижается, то обогрев включится самостоятельно. Толщина корпуса конвектора всего 9 см. Белый цвет и минималистический дизайн Xiaomi легко впишется в интерьер вашей квартиры, дома или офиса. Компактные габариты и вес всего 6 кг позволяют свободно устанавливать конвектор в любом месте при желании. Ссылка на умный конвектор Xiaomi в описании. Меня зовут Александр Пакшиванов. Подписывайтесь на канал Алло, чтобы не пропустить новые видео.